когда на крупных событиях, например, ты встречаешь Валеру Черкасова, то ты понимаешь, что вот где-то за пределами этого зала, на фондовых рынках, где-то там что-то связанное с криптой, что-то, блин, пошло не так. Потому что Валера говорит, я готов закрывать следующую квалификацию. Это явный знак того, что пришло время, друзья, проводить какие-то ивенты для парней.